Части не включил запись. Тебя сохраняется? У меня вот так вот, вертикально. Я после проповеди не включил. Выключить. Так. Yeah.
Святых почиваешь, и тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его, вот и жени силы Его. Всякое дыхание да хвалит Господа. Дыхание. Да хвалит Господа. И восподобитесь нам слышание Святого Евангелия Господа Бога моли. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И мудрость прости, услышим Святого Евангелия. Миру всем. Вот. Матфея, Святого Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе, он мир. Крича Господь, простите и дастся вам, ищите и обрящите, там святе отверзится вам, всякого прося и приемлется, толкущим отверзается, и ищущий обретает. Или кто есть от вас человек, его же аще, вопросит сын его хлеба, еда камень подаст ему, или аще рыбы просит, еда змея подаст ему, а еще убы вы лукави сущи. Умеете даяние благо, даяте чадом вашим. Кольми паче, Отец ваш небесный, даст благо просящему него. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От
сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ты глубокий, освященнейший, лобный, пробуй.
Христос, истинный Бог наш, молитвою пречистая своей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, и живо святых Отца нашего, священномученика Анфима и епископа Никомедийского, и же с ним святых мучеников пострадавших, и же и памятные не совершая, святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Подашь, Господи, великому господину Отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, и господину нашему высокопреосвященнейшему Сергию, митрополиту Барнаульскому и Алтайскому, и господину нашему высокопреосвященнейшему Илариону, митрополиту Нью-Йоркскому и Восточноамериканскому, первоиерарху Русской Православной Зарубежной Церкви и Богоохранимой стране нашей, властим воинству народа и я, всему Священному Собору, настоятелю, благотворителям, благоукрасителям, всем где предстоящим, поющим и молящимся, и всем православным христианам, и сохрани их на многое лето. Человеческого. Мы много говорим о мире, у нас разные представления о нем, но есть тот мир, который дает Господь, сказав однажды: «Мир мой даю вам». Этот мир, как апостол говорит, превыше всякого разумения человеческого. Это мир Божий, мир, который одноименен Царству Небесному. Что такое Царство Божие? Это не пища и питье, но праведность, мир и радость по Святому Духе. С праздником! Спасибо, Христос! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, я по неотделам, я сердечно, гоночники на выезде святым преисподобным детей, что сдаю тебе, я по ней недостойно, как ты чиститесь, описите своих небесных даров, подобно детей. Но молодые человек, Господи, на здравии меры, живет Христы, даровали нам страшное сердечное царящее таинство, во благодеяние освящения души телес наших, так быть осими мне в исцеление души же и тела, в отгнание всякого спортивного, в просвещение лучи сердца моего, в нерушенных моих сил, верно постыдных, любовь всемирного, в исполнение премудрости, соблюдение заповедей твоих, приложение божественное ты, благодать, Твоего царствия, присвоение, для святыни твоей от теми, сохраняем твою благодать, поминаю святая, и там не себя живу, на тебе нашему ловится благодетелю, так и всего жития, и шеда надежды, брата, вечного, присутствующего, достигну покоя. Верообразующий, властный, преславный, бесконечная слава, спящий своего лица над Богом неизреченным, чтобы все истинное желание и неизреченное весенне, любящий всех Христе Божий наш, и тебя появится Твоя во веки, и во веки Христе Божий Царю Викова, Создателю всех, благодарю Тебя всех, каждый месяц Бога благи, для причащения причистых, ожидающих Твоих тайн, свою мать, облажу человека любче, сохранение над Богом Твоим, и все не крылу Твоей, дары нечистая совесть, даже до последнего моего дыхания, достойно причащаться со святым, Твоей соленья, Богу, жизнь вечная, любой всех тех животных, дочек, святыми, матерь, бабь, подарить благих, у Тебя славу рассылаем за цель, святым Духом, ныне пресной, моменте веков они, да вы пишешь мне, плоть Твою, волю, огонь, свея поля недостойная, да не опалишь мне, среди мой, почерпи крови, полуну моя во вся состава, утром сердца,
Упадите от всех прегрешений, душу осветите, помышления, сослабь утвердить, как не будет. Чувства все те простые усилить, всего без пригласи страху твоему. Христа покрыться, ближе и сохрани от всякого дела, Боже, бедного. Очисти, а мы прости меня, удобри разумея, просвети меня, покажи на твое селение единого духа, и не к тому селению греха. Да яко твоего дома входа от причащения, яко огня меня бежит вся гладей, всяка страсть. Молитвенники тебе приношу вся святые, чина начали же бесплотные, предтечу твоего премудрые апостолы. Тем же Твоей несквернной чистую Матери, их же мольбы благоутробнее, прими Христе мой, и с Сыном Света соделай Твоего Слушителя, Ты бы все освящение един нашей блажей души светлость, и Тебе, непоподобное, ко Богу, Владыце, славу всего ссылаем на всякий день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, восстановление грехов. Будешь же мне благодарение с ним, радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобие грешного. Стать единственную славу Твоя, молитвенью Пречистая Твоя, Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моя души, надежда, покровительство, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господобила меня и сине достойного, причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего. Народшая истина, свет просвети, моя умная очи сердца, я же источники смерти, родшая, животворение обнажденного грехом. Я же милость Бога Бога, любоблагоутробная Матерь, помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение сердца моим, и смирение мыслей моих, и воззвание к линии и помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистить тайны священия, восцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания. Мои же петь и славить тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный сегодня. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видеть очи мои спасение Твое. Еже и сил готова пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Пресвятой во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, и не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царство, сила и слава Отца, Сына и Святого Духа, ныне пресвятая, во веки веков. Аминь. Уста их, яко же светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просвети. Если про любви мира и сокровища снеска, высоту нам смиренно мудрее показан. Но Твоими словами наказуя очи, они за то усти, моли слово Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать. И Твоими устами вся учища поклоняемся Троице Единому Богу, и Иоанне затоуйся все блажения, преподобнее достойно хвалим Тя, и сего наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не преды грешных хваления и власы, но при дворе, яко помогая на помощь, насмертно замущив Ти, ускори на молитву и почися на умоление, предстательствующе присно Богородице, ждущих Тя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресной воли, преховани, честнейшую херувину, славнейшую без сравнения Серафим, без изления Бога, Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, высокопресвященнейший Владыка, благослови. Молитвами Святого Владыки нашего Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.